И об спорте. Виктория Кебикова у полуфинале чемпионату света по боксе. Турнир проходит у Индии. У 1/4 финала у ваговой категории до 81 килограмма гамельчанка была мощнейшей за соперницу с Казахстана Фаризу Шалтай, чем гарантовала себе, как минимум, бронзовую узнагороду. Виктория Кебикова стала первой белорусской спортсменкой, якой удалось трапить у лик медалистов сусветного першинства. Полуфинал с уделом белорусский отбудется завтра.